Впервые в Туве на базе 12-й школы открылся кабинет адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостями события стали заместитель министра по образованию и науке республики Светлана Ощепкова, глава города Ирина Казанцева, мэр Кызыла Карим Саганол и заместитель главы Тувы Максим Тунев. Открыть такой уникальный кабинет удалось благодаря учителю физкультуры Ангелине Оржак. Она выиграла грант главы Тувы в размере 67 тысяч рублей в республиканском конкурсе «Молодежный социальный проект 2018». Занятия физрука Ангелины Оржак посещают 36 учащихся. Среди них дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и другими недугами. После учебы я пошла работать в Красноярский специальный интернат для детей, ОВЗ. Там преподавала адаптивную физическую физкультуру. Затем мы переехали по семейным обстоятельствам в Абакан, там тоже работала по специальности. И когда я приезжала на свою родину, мне всегда было интересно, где наши дети занимаются именно по этой части. И в итоге я таких мест не нашла. Есть только специализированные лечебные, реабилитационные центры, а просто кабинетов адаптивной физкультуры нету. Поэтому мне пришла такая идея, почему бы здесь, у себя, в своей родной родине, не открыть такой кабинет. Вот поэтому эту идею носила 2 года. Потом поехала на форум региональный наш, республиканский, команда Тувы, там встретилась с очень интересными ребятами, познакомилась, выиграла грант. Там в течение 4 дней мы жили, прям бились за эти гранты и выиграли в размере 67 тысяч. Занятия оказывают лечебный эффект. Благодаря такой физкультуре происходит адаптация организма ребенка. Она позволяет улучшить двигательную активность у детей. В процессе занятий ребята лучше приспосабливаются к социальной среде, развивают свою жизнеспособность, учатся поддерживать свое психофизическое состояние. Раз, два, три, четыре. По часовой. Левый против часовой. Раз.